Друзья, здравствуйте, меня зовут Людмила Бугуш. И сегодня я хочу рассказать вам о том, как вам организовать занятия английским языком. Немножко истории. Я живу в Америке, я провожу в Америке много времени, и я замужем за американцами, поэтому, по идее, казалось бы, что я могу не учить английский, потому что я в нем живу, я в нем общаюсь. Но так не получается. Потому что, когда ты общаешься с людьми в окружении, ты общаешься с ними, выработав какой-то набор слов, и потом ты больше его уже не развиваешь, потому что вам этого достаточно. Более того, они такие хитрые, они знаете, что делают? Они к вам приспосабливаются. Они начинают вам подсказывать, они начинают говорить, они начинают сами догадываться, что ты хочешь им сказать, и иногда им на самом деле не очень интересно тебя слушать, пока ты сформулируешь свою мысль, пока ты ее выскажешь, им не хватает терпения, потому что в реальной жизни мы все куда-то торопимся. Поэтому английский нужно учить, его нужно учить отдельно, и его нужно учить с преподавателями двух типов, чтобы у тебя был англоязычный, то есть native, человек, который говорит только по-английски, и у тебя нет возможности съехать, и чтобы у тебя был человек, который в том числе говорит по-русски, который может тебе объяснить. И вот теперь вопрос, как организовать уроки английского языка? То есть я точно знаю, что чаще всего самая большая проблема – это отсутствие свободного времени. И я прекрасно понимаю, потому что я тоже люблю такую отмазку. Но я могу сказать, что времени не хватает не только на английский, его не хватает на спорт, его не хватает на родных и близких, его не хватает на себя, в конце концов. Поэтому начнем с того, что для того, чтобы времени хватило, нужно решить, что тебе английский нужен. И я точно знаю, что наверняка вы не один раз решали, что английский вам нужен, но как-то это не сильно вам помогало. Потому что для того, чтобы вы действительно приступили к изучению английского языка, вам необходимо понимать, зачем вам нужен английский. Причем это «зачем» должно относиться к категории «я без этого обойтись не могу». Мне нужен английский для того, чтобы я мог путешествовать и сам разговаривать с гидами, и сам заказывать себе еду в ресторане, и сам там что-то такое делать. Это ерунда. Во-первых, тебе для этого нужно очень маленькое количество слов, и тебе не нужны все эти обороты. И кроме того, в какой-то момент ты понимаешь, что тебе дешевле нанять переводчика, чем заниматься каждый день английским языком. Потому что поймите, это же вопрос не денег. Это вопрос усилий и времени каждый день, которые нужно выделять для того, чтобы заниматься английским, а для этого тебе нужны носа по-настоящему иметь цель. То есть тебе цель должна быть такой, чтобы она у тебя в сердце стучала, и тебе ее очень-очень сильно хотелось. Поэтому для начала просто посмотрите в будущее. Посмотри на этот мир, посмотри, что в нем происходит, посмотри, чего ты лишаешься тогда, когда ты не знаешь английского. Я вот точно знаю, что если бы я знала английский лучше, чем я его знаю сейчас, я бы могла быстрее развиваться на мировом рынке и в той же самой Америке. Я точно понимаю, что для меня это барьер, несмотря на то, что я говорю на английском. Но я не говорю настолько, чтобы я сама себя не останавливала, то есть не говорю настолько хорошо, чтобы я сама себя не останавливала, чтобы куда-то идти, вести с кем-то переговоры. Но вот я точно себя знаю, что если оно меня достанет, то я пойду и сделаю. Ну, вы знаете, английский нужен для уверенности, для того, чтобы ты лучше себя чувствовал, для того, чтобы себя не чувствовал придурком в разных ситуациях. Поэтому начинаем все с цели. Зачем тебе нужен английский? Здесь могу сказать так, что бизнесменам, владельцам бизнеса очень легко придумать цель по масштабированию бизнеса. Я знаю, как мы можем себя останавливать от масштабирования, именно потому что мы боимся вот туда пойти и выглядеть там идиотами. А ты на самом деле выглядишь идиотом тогда, когда ты не понимаешь. И вы знаете, это в глазах всегда видно, всегда видно. Поэтому все начинается с цели. Потом, когда ты определил для себя цель, зачем тебе нужен этот английский, теперь тебе нужно понять, сколько времени ты можешь выделить в неделю, исходя из того, когда ты хочешь достичь вот этого уровня. Ты можешь даже пообщаться, и в компании Turana English тебе скажут, посчитают, как долго. Они прям могут все рассчитать. Но в чем проблема обычно? Я как специалист по управлению временем, я вижу проблемы две. Первая проблема. Мы пытаемся получить слишком быстро, и мы поэтому себе планируем английский так, чтобы умереть. Вот просто, чтобы на нем умереть. Не надо. Это не должно быть в напряг. Но это при этом не должно быть слишком редко, потому что тогда ты просто будешь успевать все забыть, и каждый раз тебе нужно начинать сначала. Если ты начинаешь заниматься английским языком, гораздо правильнее это делать системно, с той периодичностью, которую ты сам себе установил.
И вот тут я хочу дать вам хорошую поддержку. Дело в том, что для того, чтобы успешно, эффективно управлять своим временем, и для того, чтобы у тебя было ощущение уверенности и стабильности, нужно в своей жизни, в свою жизнь вводить так называемые фоновые задачи. Фоновая задача называется задача, которая выполняется в один и тот же день, в одно и то же время по расписанию всегда. Это, знаете, вот как нам врачи говорят, что нам нужно есть по расписанию, потому что к этому моменту желудок там готовит желудочный сок, и потом все там переваривается правильно, то есть телесная фабрика хорошо работает. Я вам как психолог скажу, вот эта фабрика тоже работает хорошо, если ее подготовить заранее, если у вас будет плановое производство. Не говоря уже о том, что фоновые задачи, они создают в нашей жизни порядок. Да? Вот что такое порядок? Мы называем порядком, когда вещи стоят на своих местах. То же самое, задачи могут стоять на своих местах. У задачи может быть место во времени, когда эта задача выполняется, и ни в какое другое время. Поэтому для того, чтобы приступить к английскому языку, и для того, чтобы получить эффект быстро, тебе нужно подготовиться к этому таким образом. Ты выясняешь, ты узнаешь по поводу программы, и ты потом ставишь фоновые задачи. То есть английский язык должен происходить какой-то периодичностью для тебя. Я не знаю, как тебе преподаватели посоветуют, как часто должно быть, 2 раза в неделю, 3 раза в неделю. Кому-то, может быть, вообще нужен каждый день. Я не знаю, это ваше личное дело. Но ты устанавливаешь эти дни и привязываешь их к конкретному времени и выстраиваешь все свое расписание так, чтобы это произошло. И это, кстати, очень мощная поддержка и мотивация, потому что, ну, как себя ты чувствуешь, если ты поставил, назначил урок английского языка, и ты не мог на нем быть, потому что у тебя затянулось собрание, или что-то там случилось, или кто-то тебе позвонил, и ты все поотмечал. Ты себя чувствуешь неудачником. Я знаю, что владельцу бизнеса чувствовать себя неудачником – это смерти подобно. Потому что как я потом в компанию пойду, буду от них что-то требовать, если я сам неудачник. Поэтому выставляйте фоновые задачи. Я рекомендую, кстати, не брать сразу слишком много. То есть я бы начала с 2 или 3 фоновых задач в неделю. Я бы их поставила на конкретное время. Я бы прописала их вперед сразу. И чтобы они там у вас были и никуда не девались. Вот я вам сейчас покажу, как я это делаю. Подойдите к английскому языку, как к тренировкам спортивным. Вы же знаете, что спортивные тренировки нужно делать в одно и то же время. Вот смотрите, вот у меня есть страница, а это расписание на неделю. Вот видите, 1, 2, 3, у меня стоят фоновые задачи. Это тренировки, которые проходят у меня в понедельник, среду и пятницу, 8 утра, я заранее договорилась с тренером об этом, я купила его время, и я сказала, вот смотри, вот здесь я к тебе прихожу, ты не имеешь права никого туда ставить. Конечно, я уезжаю в командировки, у меня что-то может меняться, но, когда я еду в командировки, я обязательно снимаю гостиницу, в которой есть тренажерный зал, чтобы я там занималась и высылала ему фотоотчеты, да, и я всегда ему сообщаю об этом заранее. То есть могут ли в вашей жизни случиться форс-мажоры? Конечно, могут. И с уроком английского языка может произойти то же самое. Может случиться форс-мажор. Но поверьте мне, как специалисту по управлению временем, если форс-мажор происходит у тебя каждый день, то у тебя, наверное, форс-мажором будет что-то стабильненькое. Да, значит, это у меня сегодня случился форс-мажор. Я сегодня смогла выполнить задачу в то время, в которое я решила. Вот так это будет выглядеть. Да? То есть, если у вас постоянный форс-мажор, то это означает, что тайм-менеджмента у вас просто нет, и вы живете в постоянном хаосе. И понятное дело, что вам не до фоновых задач, не до какого там английского, и забудьте о всех ваших великих мечтах, о том, как вы хотели развивать свою компанию, или какую карьеру вы хотели сделать, и какое место в обществе вы собирались занять. Это все несбыточно, невыполнимо, потому что ты не умеешь контролировать единственную вещь, которая тебе принадлежит и которая находится в полном твоем контроле. Ты не умеешь контролировать самого себя. Потому что, знаете, всегда можно сделать так, чтобы задачи проходили по расписанию, так как вам нужно. Итак, подвожу итог вот этого короткого, это не лекция, это короткого моего выступления или пожелания для вас. Значит, определиться, зачем тебе нужен английский, договориться, как тебе нужно заниматься, с какой частотой, и в своем расписании выставить фоновые задачи вперед на несколько недель сразу и сделать так, чтобы это происходило по расписанию. Ну, слушайте, ну, в конце концов, можно с кем-то забиться,
да, типа поспорить и сказать, а я смогу. Кстати, я вот, например, со спортом так делаю, то есть у меня есть друг, с которым мы договорились о том, что в начале недели мы высылаем друг другу расписание пробежек утренних, и потом, когда пробежка произошла, мы высылаем друг другу фотоотчеты. Я могу сказать, что если бы не он, я бы бегала гораздо меньше, потому что всегда найдется повод свалить. Точно так же, как всегда найдется причина свалить с английского. Тем более, что когда вы занимаетесь Turana English, это означает, что мозги у вас будут кипеть. Это означает, что ваши ментальные мозговые мышцы будут дрожать, у вас будет крепатура, и вам будет казаться, боже мой, это невозможно. Друзья мои, ну посмотрите на английский, как на тренировку мозгов, и причем такую тренировку, от которой ты еще получаешь дополнительную пользу. Поставьте фоновые задачи вперед на несколько недель и просто выполняйте это по расписанию. Успехов!